Так, сегодня какое? Сегодня 4 ноября, 16-й год, Харьков. День железнодорожника сегодня. Привокзальная площадь. Три на это. Ух ты! Голуби просто как вулканом собрались. Да, красота. Ну пошли. Так, перелез на нас. Там, видимо, бежал на туалет и немножко отлил. Да. Это голуби, их много. Ой, извините. А этот огромный экран тут был? Так. Конечно, был. Давай так, чтобы я за тобой не смотрел, да, сынулька? Самоварный прибор на 30 казенных ведер. Харьков, запорожский самовар. Ну, красота. Пошли. Тут, конечно, красота. Что? Это я уже насмотрелся, сынок. Что, я не слышу. Что ты говоришь? Видимо, те, кто строили этот вагон, уже давно тютю. Ну, не могу тебе точно ответить на этот вопрос. Может, и не тютю. Учитывая, что только недавно умер Зельдин. Не слышал ты такой фамилии? Зельдин. 101 год человеку был. Еще до Великой Октябрьской социалистической революции родился. Thank you.